Всем привет! Сейчас хочу поделиться своим опытом беременности, хорошей, такой, скажем, счастливой беременности, так как я мать, у меня есть сын, ему 3 года, и о важности витаминах, такое напоминание, что организм начинает работать уже на два человека, может даже если у женщины двойня на 3, то есть начинает обслуживать и вкладывать, грубо говоря, материалы, да, строить организм, тело, поэтому нужно об этом помнить, желательно, я вот систематически раз в полгода стараюсь наполнять свой организм витаминами, пропивать комплексы, вот, перед беременностью, во время это делала, и когда также кормила грудью, потому что молоко создается из крови матери, то есть то, что мы кушаем, попадает в кровь, естественно, тоже ребенок тоже питался витаминами, вот, которые я употребляла. Это очень важно. Вот так еще также касается кальциум, зубы, чтобы не выпадали, не было каких-то проблем, нужно обратить на это внимание девушкам, женщинам. Вот я об этом говорю уже, опираясь на свой личный опыт. Зубы. Наши замечательные зубы. Я также стараюсь каждый год систематически ходить к стоматологу, даже если меня ничего не беспокоит, обследоваться, просмотреть, чтобы, возможно, нужно какую-то поменять пломбу, то есть предотвратить потери зубов, да, то есть где-то что-то подлечить, подкорректировать. Вот, также вот почистить вот камни, когда между возле десны, да, и налеты, камни очистить, потому что, ну, засоряется, забивается. То есть вот такие я делаю меры. Надеюсь, это была информация ценная и полезная. Вот, до новых счастливых встреч. Пока-пока.